Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Екатерина Климова показала подросшую красавицу дочку. 17-летняя Лиза очень похожа на свою звездную маму. Екатерина Климова – не только прекрасная актриса, но и мама четверых очаровательных детей. Старшей дочери звезды уже исполнилось 17 лет, Елизавета выросла настоящей красавицей. 41-летняя Екатерина все чаще выходит вместе с Лизой в свет и публикует совместные снимки с наследницей. Минувшим вечером актриса поделилась в Инстаграме свежей фотографией дочки. На фото мать и дочь выглядят как две сестры, к тому же Елизавета копирует стиль одежды мамы, и это тоже добавляет сходство. Екатерина вместе с Лизой отправились в Санкт-Петербург на венчание друзей. Ради этого события Климова и ее дочь нарядились в красивые кружевные платья, сшитые специально для торжества. Лиза в своем голубом полупрозрачном платье выглядела восхитительно, Екатерина же выбрала для праздника друзей розовое кружево. Актриса рассказала, что платья были сшиты без единой примерки. «Очень это удобно, быть одного размера с дочерью», – пошутила звезда. Дочь Лизу Екатерина родила от своего первого мужа, бизнесмена Ильи Хорошилова. Климова ушла от него в разгар своего романа с актером Игорем Петренко. Чувства между ними вспыхнули на съемочной площадке. Екатерина разрывалась между двумя мужчинами, пока не поняла, что не может больше обманывать мужа. Климова забрала дочку и ушла к Петренко, они поженились в 2004 году. С Игорем Катя прожила вместе 9 лет. Родив ему двоих сыновей, их брак казался вполне счастливым. Но пара рассталась в 2013 году, после того, как Екатерина изменила мужу. Климова и Петренко подали на развод. Третьим мужем Екатерины стал актер Гела Месхи, с которым она познакомилась в августе 2013 года во время съемок сериала «Волчье сердце». Климова и Месхи поженились 5 июня 2015 года, тогда же стало известно о беременности актрисы. Их общая дочь Изабелла родилась 2 октября 2015 года. Супруги прожили вместе 4 года, они подали на развод в мае 2019. О причинах разрыва ни Гела, ни Екатерина не рассказывают. К слову, с первым мужем Ильей Хорошиловым, отцом Лизы, Екатерина сохранила теплое отношение. Именно Климова познакомила Хорошилова с его нынешней женой, актрисой Еленой Бирюковой, звездой сериала «Саша плюс Маша». Катя и Лена играли в одном спектакле, и Екатерина пригласила подругу на день рождения дочки Лизы. Там Елена и познакомилась с Ильей. Брак Хорошилова и Бирюковой оказался вполне счастливым. В 2012 году у них родилась дочь Аглая.